Guvahlık
берем деньги. Аллаху Тааладан башка ибадат кыларлык зат юк. Ялгыз үзе анда гуахлык берем ки Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллаху Тааланын чын бендеси һәм хак илчиси. Свидетельствует, что нет другого божества, достойного для поклонения, кроме одного Всевышнего Аллаха, и свидетельствует, что Мухаммад – раб Аллаха и посланник Его. И Альхамдулилля, сегодня милостью Аллаха у нас 11 декабря 2015 года миляди, соответствующий 29-му дню месяца Сафар 1437 года по хиджре пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И это пятничная джума, пятая джума в этом месяце. Аллах табарак ва тааля мубарак ва. Пусть будет всем нам, она благословена. Алхамду лилля. И сегодня, в эту пятницу зашло солнце. И это для нас праздник. И алхамду лилля, мы еще надеемся, что у нас еще до следующей пятницы будет отсрочка от судного дня. На прошлом проповеди мы с вами говорили об истинном враге человека. Говорили о дьяволе, сатане, шайтане, который научает человеческие души сеять смуту и раздор среди людей и хочет, чтобы между людьми были постоянные склоки, чтобы творилось нечестие и проливалась кровь. И мы вспоминали с вами аят Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, «Астаизу биллях, иннаху лакум адуум мубин», ведь он для вас враг явный, говорит Всевышний Аллах о дьяволе. И мы начали разговор, откуда же взялась такая у него ненависть, почему он людей ненавидит, и из аятов увидели, что эта ненависть зародилась с самого дня, с самого первого дня создания человека. Как Всевышний говорит в Коране, «Ва из кала раббука лил малаикати инни джаалун фил арзи халифа, калу атаджалу фиха ма юфсиду фиха, ва ясфику дима, ва нахну нусаббиху бихамдик, ва нукаддису ля, кала инни аламу ма ла тааламу». И сказал твой Господь ангел, я поставлю на земле халифа, я поставлю на земле наместника, я поставлю на земле род человеческий, который будет наследовать друг друга. И спросили ангелы, поставишь ли ты там на земле того, кто будет грешить и проливать кровь, в то время, когда мы тебя прославляем, прославляем хвалой и святим тебя, на что Всевышний Аллах говорит, я ведаю о том, что вам не ведаю. То есть Всевышний Аллах сказал, что мы с вами говорили, он, Аллах, знает о превосходстве пользы создания этого вида, о превосходстве создания человечества над вредом, который ангелы упомянули. И об этом вот знаний нету среди ангелов. И также мы видим из тафсира, что Всевышний Аллах говорит, что толкователи говорят, что здесь имеется в виду, что Аллах Тааля среди людей сделает пророков, посланников, праведных людей, творящих добрые деяния, и мучеников, и аскетов, и друзей, и святых, и ученых, которые совершают деяния в соответствии с сознанием. И мы в других хадисах видим, что на самом деле человек может достигать таких уровней, когда ему будут завидовать другие в раю. И в других хадисах тоже мы на проповеди говорили о том, что ангелы даже вопрошали Всевышнего Аллаха, почему он человеку даровал столько, допустим, то, что человек может одеваться, кушать, жениться, извлекать из этого пользу, наслаждаться, и из этого ничего ангелам не было дано. И то и хадис мы с вами об этом говорили. Вот. И также мы, когда рассказывали про вот этот аят, мы вспомнили один из хадисов, что когда ангелы тоже спускаются на землю во время двух намазов, про которое также сказано. Ва'ан Джарир бин Абдиллах аль-Баджали рази Аллаху анху кал кунна инда ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям ва назара илайя камар лейлатуль-бадр фа кал. Сообщается, что
Джарир бин Абдуллах аль-Баджали, да будет доволен им Аллах, сказал, однажды ночью, когда мы были вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посмотрел на полную луну. А в другом ривайете мы видим «Фанатара иля танари лейлята арба асра». То есть он посмотрел в другом ривайете на луну, и это была 14-я ночь. 14-я ночь — это какая? Это середина месяца, да? То есть это когда полная такая красивая луна. Вот иногда вот прям огромная видно в небе, ясная такая красивая. И вот пророк Всевышнего Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, посмотрев на эту луну, сказал: «Иннакум тарауна раббукум кама тарауна хаза аль-камар ва ля тудамуна фи руйяти». Воистину посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Вы увидите Господа своего так же, как вы видите эту луну, и не будете обижены в том, что касается его лицезрения». То есть будьте четко, ясно видеть Всевышнего Аллаха. «Анистатаутум анла тугулагу аля салатин кабля толю ашан ва кабля гурубина фафалу». И если вы сможете добиться того, чтобы вас ничего не отвлекало от чтения намаза перед восходом солнца и перед закатом его, то делайте это. Вот здесь еще раз для нас указали. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, привязал видение Всевышнего Аллаха и совершение намаза перед восходом солнца и незадолго до его захода, то есть утренний и икинда намаз. То есть здесь говорится на самом деле о достоинстве этих двух молитв. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: постарайтесь, чтобы ничто вас не отвлекало от совершения этих молитв. В другом хадисе мы видим: «Ва'ан аби Занир Умара бин Рубайда радиаллаху анху кал саллиту расулуллахи саллиллаху алейхи вассалям якул». Передается от Абу Зухайра Умара бин Рубайда, что да будет доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, однажды сказал: «Ля ялиджа нара ахадун салля кабля тулуъ аш-шамс ва кабля гурубиха, яъни аль-фаджр валь-аср». Раваху Муслим. И сказал он: никогда не войдет в огонь тот, кто станет молиться, кто станет читать намаз до восхода солнца и до его захода, имея в виду утренний иртанга намаз и послеполуденную икинде намаз. И в шарках к этому хадису говорится, что особенность вот этих двух молитв в чем заключается? То, что утренняя одна из них приходится на утро, это какое время перед восходом? Когда мы спим, получаем наслаждение от нашего сна. И вот, а другая молитва икинде, когда конец рабочего дня, то есть нужно еще что-то не успел ты сделать, постараться быстрее-быстрее закончить эти дела. Вот такое-то время этих двух молитв, поэтому в хадисе здесь тоже говорится о том, что здесь указание, чтобы мы старались побеждать свою лень, и этот хадис нас также побуждает проявлению желания и любви к поклонению Всевышнего Аллаха. Как говорит Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, Сури Ан-Нур: «Ауду биллахи минаш шайтани ар-раджим, бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим, фи буютин азина Аллаху ан турфа'а ва юзкара фиха смуху, юсаббиху лаху фиха бил-гудуви валь-асар». Такой светоч в храмах, которые Аллах дозволил воздвигнуть в мечетях, и в которых упоминается его имя. В них славят его и по утрам, и по вечерам. Риджалу ла тульхиим тиджарату ва ля байун ан зикриллях. Мужи, то есть мужчины, которым ни торговля, ни продажа не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха. Ва итами ссаляти ва итаи ззака яхафуна яуман татакаллабу фиихи аль-кулуби валь абсар. Совершать обрядовую молитву, намаз и выплачивать закат. И эти люди страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза.
ليأتيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. Чтобы Аллах воздал за лучшее, что они вершили, и чтобы Он умножил им от своих щедрот. Валлаху ярзуку майяшау бигайри хисаб, и ведь Аллах воздает без счета тому, кому Он пожелает. И эти хадисы, и как и эти аяты, для нас еще раз одно хорошее призыв и напоминание, чтобы мы намаз, во-первых, совершали, во-вторых, чтобы мы совершали эти намазы Богу. Непосредственно на прошлой джума мы вспомнили хадис, что во время этих молитв, утренней и икинды намаза, предвечернего намаза, ангелы поднимаются ко Всевышнему Аллаху с отчетом, что делали рабы Аллаха. И Аллах спрашивает их, хотя он это и знает, в каком состоянии вы оставили моих рабов, и ангелы сказали, когда мы спускались, люди молились, и когда мы поднимались, люди молились. И здесь тоже для нас большое милость от Всевышнего Аллаха. Кама каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ярфау илейхи амаля ль-лейли кабля ан-нахари ва амаля ан-нахари кабля ль-лейли. И еще раз, и один хадис, указывающий нам на необходимость соблюдения и чтения вовремя этих молитв, то, что ночные дела поднимаются к Аллаху утром, во время утреннего намаза, а дневные к вечеру, во время икинды намаза. И поэтому, когда Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Инни а'ламу ма ля та'ламун», «Воистину я знаю то, чего вы не знаете», здесь мы говорили, что мудрость Всевышнего Аллаха в создании, мудрость, которой нет у ангелов. И также Аллах Тааля, когда это сказал, «Я знаю при этом, что среди вас, среди ангелов, созданных из света, есть один джинн и близ, и он не из вас». Хотя он тогда не был иблизом, из хадисов мы видели, что его звали Аз-Заазин. И Аллах научил Адама всем именам, затем спросил о них ангелов и велел им, разъясните мне суть этих имен, если вы искренни. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. И мы видим, что ангелы тогда ответили: хвала тебе, о Аллах, мы знаем только то, чему ты нас научил. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. И сказал Всевышний Аллах, о Адам, поведай ангелам об именах. И тогда Адам, алейхиссалям, поведал о всех именах. И Аллах Тааля сказал, разве я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете. И мы видели, что в Тафсире, Зайдин Ассалям, говорит, что Адам, алейхиссалям, стал перечислять всех по имени, начиная с главных ангелов. Ты Микаил, ты Джабраил, ты Исрафил, пока не упомянул название ворон. И даже в хадисе другом мы видели, что спросили у Ибн Аббаса, одного из самых, наверное, авторитетнейших толкователей Кур'ана, который жил во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И он сказал, спросили, неужели даже тарелки и сковородку научили Адаму? Он сказал, даже назвал, как называется, дуновение ветерка, каждый ветерок, как называют, даже этому Аллах Тааля его научил. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. И тогда Всевышний Аллах говорит, мы повелевали ангелам, совершите сажда перед Адамом. И все совершили сажда, кроме Иблиса. أَبَا اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, который отказался, отвернулся, возгордился и стал неверующим. И в другом аяте мы видим «Илля Иблиса кяна мина джинни фафасата ан амри рабби». Все они поклонились, кроме Иблиса, который был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. И вот здесь мы возвращаемся к теме нашей проповеди, вспоминаем, почему же
Все-таки так случилось. В чем причина ненависти шайтана к людям? И здесь ответ. Абавастакбар. Отказался и возгордился. Здесь говорится о гордыне. Здесь говорится о том, что гордыня стала причиной того, что тот, кто был среди ангелов, кто достиг имени ангела Азазил, стал в один момент стал иблисом и стал шайтаном. И мы видим в разных сборниках хадисов, и сборники Тирмизи, и Абу Дауд, и Ибн Маджа, عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه передается, что пророк صلى الله عليه وسلم сказал لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Очень интересный хадис. Здесь говорится, не войдет в рай то, в сердце которого была гордыня весом пыли. И не войдет в огонь тот, кто, в чьем сердце веры весом пыли. Очень сильный хадис и обнадеживающий. И Абдуллах ибн Мазрут говорит, что тогда пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, один мужчина спросил «Иннаху юджибуни ан якуну сауби хасанан, ва наали хасанан». А о посланник Аллаха, а когда я люблю, чтобы у меня была одежда красивая, добрая, хорошая, и обувь, чтобы была хорошая, да? Но вот мы понимаем, что в то времена это основная одежда была среди народа того времени, это рубаха и сандали, длинные рубашки и сандали. И вот он говорит, я люблю, чтобы у меня была красивая одежда, была, чтобы красивая обувь у меня была. На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил. Инна кал, инна Аллах юхиббуль джамал. Воистину Аллах любит красивые и прекрасные. Валакинна кибр, ман батара аль-хакта, ва гамаса ан-нас. Но вот этот кибр, вот эта гордыня, что это такое? Это быть заносчивым, высокомерным, надменным, неблагодарным, не принимать истину и презирать других людей. Вот это такая религия, про которую говорится в этом хадисе. И здесь мы также видим в этом хадисе, что сказано, не войдет в огонь тот, в чьем сердце имана веры весом спылит. Имам Тирмизи, рахимахуллах, да смилостивится над ним Аллах, так толкует. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إنما معناه لا يخلد في النار. И имам Тирмизи говорит, что здесь слова пророка, которые говорят, не войдет в огонь тот, в чьем сердце есть вера, спылинку, нужно понимать так, что это имеется в виду, не останется там навечно. Не останется навечно в огне. Потому что в другом хадисе мы видим. وَهَكَذَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ سَعِيدَ الْخُدْرِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, который передается со слов Абу Саида Аль-Худри, разиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил так. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Выйдет из огня тот, выйдет из ада тот, в чьем сердце есть вера спылит. То есть это значит не то, что он не сможет войти, он значит, что там не войдет входом неверующих. То есть этот человек выйдет оттуда. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه قال
также передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я хруджу мин нари ман кала ла илаха илляллах, ва фи калбихи вахну шаирати мин хайр». «Выйдет из огня, — говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, — тот, кто уверовал во Всевышнего Аллаха, тот, кто говорит «Ла илаха илляллах», нет другого божества, кроме одного Бога, и в чьем сердце добра весом с ячменное зернышко. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَجْدُ بُرَّةِ مِنْ خَيْرٍ. И выйдет из огня тот, кто говорит «Ля Иляха Илля Аллах», кто уверовал во Всевышнего Аллаха в этом мире до возвращения к Аллаху, и в его сердце будет добра весом с пшеничной зернышком. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِقَبِهِ وَقُلْ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ. И выйдет из огня тот, кто уверует во Всевышнего Аллаха, и в его сердце будет добро хотя бы с пылинку, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И в Коране мы видим так же. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Всевышний Аллах говорит, мы с вами говорим о гордыне, и не являй на лице своего презрения к людям, и не шествуй по земле горделиво. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и хвастунов, говорит Всевышний Аллах. Инна анкара асвати ля саутул хамир. И поэтому соразмеряйте свою поступь и умеряй голос, ибо самый неприятный звук — это рев осла, говорится в этом аяте. То есть Всевышний Аллах здесь уже говорит нам про гордыню. Мы говорим с вами о том, что Иблис стал шайтаном, потому что возгордился. Мы говорим, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, не войдет даже в рай тот, в чем гордыня, в чем сердце, хоть пылинку будет. И Всевышний Аллах нам говорит: не будь презренным другим людям. Не ходи горделиво по земле. И соизмеряй свою поступь. Не ходи кичливо. И умеряй свой голос, когда с людьми разговариваешь. Не разговаривай надменно, да? И даже здесь сравнивается с ревом осла, который является самым неприятным звуком. И в хадисе Кудси мы видим также Аби Хурайра, радиаллаху анху, со слов Абу Хурайры передается хадис: «Каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Каля Аллаху азза ва джалла, Всевышний Аллах, Всевышний Аллах, преславен Он и возвышен, говори: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري». Здесь говорит: гордое достоинство мое покрытие, величие мое одеяние. فمن نزعني واحدا منهما قذفته في النار. И тот, кто будет состязаться со мной по степеням обладания этими двумя вещами, того я брошу в ад, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И посмотрите здесь, как говорится: «Анкибрия уридани, вал-адама уизари». Кто хадж совершал, кто знает, как хадж совершается, все, наверное, знают, да? Два одеяния. Изар и рида. Изар вокруг пояса обматывается от пука до колена, рида сверху накидывается. И здесь в книге сказано, что
Вот это надо понимать как метафору, то есть не напрямую, как одежду вот эту, да, из арки или да, которая вокруг талии и на плечи накидывается. А здесь нужно понимать, что вот как вот паломник, он на себе эту одежду накидывает, и эта одежда охватывает самого человека. И при этом никто с этим человеком его одежду эту не разделяет, ни его изар, ни его рюкзак. Также говорит, и нужно понимать, что вот это кибрия и азама, то есть гордое достоинство и величие, мощь Всевышнего Аллаха, присущи Всевышнему Аллаху. И никто не должен с ним пытаться состязаться. И как мы видим, Всевышний Аллах говорит, тогда того финна, кто будет в этом состязаться со мной, того я брошу в огонь. وعن عيان بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيان بن حمار с его слов да будет доволен им Аллах передает, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал إن الله تعالى أوحى إلي حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفقر أحد على أحد, что поистине Всевышний Аллах не спослал мне в откровении, что вам следует проявлять смирение, и чтобы один из вас другого не притеснял, и чтобы один из вас не похвалялся перед другим, не проявлял свою гордыню, не проявлял свою гордость. И ведь эта гордыня, эта гордость мы видим в Коране, то, что Всевышний Аллах говорит. وَاذْكُرْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. И мы повелевали ангелам совершить саджда перед Адамом, и все совершили саджда, кроме Иблиса, который возгордился, отказался и стал из неверующих, из неблагодарных. В Суре Сад мы видим. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. И все ангелы разом совершили саджда, совершили земной поклон. Илля Иблиса стекбара вакана миналь кафирин, кроме Иблиса, который возгордился и оказался в числе неверных. Кала я Иблис, ма манаака ан тасджуда лима халакту биядайя, астекбарта ам кунта миналь алин. И Всевышний Аллах сказал, о Иблис, что помешало тебе поклониться тому, что я сотворил своей мощью? Ты возгордился или ты считаешь себя выше, чем другие? Каля ана хайрум мин, халактани миннар, ва халактаху мин тин. На что Иблис что сказал? Он говорит, сказал, я лучше, чем он. Кому ты приказал совершить саджда? О Всевышний Аллах. Я лучше, потому что ты создал меня из огня, а его создал из глины, из земли. Вот почему Иблис отказался. И мы видим истакбара, то есть возгордился. И в этой фразе заключается формула гордыни. К сожалению, мы с вами люди тоже иногда совершаем ошибки. И тоже считаем, что мы лучше, чем другие люди. Но если человек в чем-то лучше, Аллах Тааля ему дал что-то больше, он дал это Всевышний Аллах во временное пользование. Ведь посмотри, здоровье Аллах Тааля дает ему, Аллах Тааля его забирает. Это все время. Если говоришь про богатство, Аллах Тааля человеку дает, кому пожелает, и забирает, кого пожелает. Возвышает, кого пожелает, и унижает, кого пожелает. Это тоже милость Всевышнего Аллаха. И это тоже не благодаря этому человеку, что он вот такой, да?
скажем, к примеру, красив сегодня, тоже придет время, придет старость, придет смерть, и он тоже будет некрасив. И на самом деле, во всем этом, в любом состоянии человека, которому он может гордиться, либо превозноситься над другими людьми, во всем этом милость Всевышнего Аллаха, которую он дает во временное пользование. И потом этот человек будет спрошен то, что ему дали. Поэтому, уважаемые братья и сестры, чем закончился это дело? قال فخرج منها فإنك رجيم. Аллах Субхану ва Тааля сказал Иблису: изыди из рая, и ты будешь раджимом, побиваемым камнями. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. И на тебе будет мое проклятие до самого судного дня, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому пусть будут этот вааз, эти аяты, эти хадисы, которые мы с вами сегодня прочитали, для каждого из нас пусть будет наставление. Когда мы заходим, вдруг возгордиться, чтобы мы вспомнили эти аяты. Чтобы мы вспомнили, что можно попасть в очень большую немилость Аллаха, в проклятие Всевышнего Аллаха. И более того, можно вообще в рай не попасть из-за гордыни. Потому что гордость, на самом деле настоящая, она принадлежит только Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И на этом я завершаю сегодняшнюю проповедь. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейхи ссаляту вассалям ат-тайимуна мин аз-замби каман ла занба ля. Астагфируллах аль-азим ва атубу илейх ва ас'алуллаху ли ва лакум ат-тауфик. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في كلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان سفيه فقال عز وجل من قائل مخبر وآمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله надо также сказать, что завершается месяц Сафар, и иншаллах начинается один из очень знаменательных и замечательных месяцев Рабиуль-Ауаль. Иншаллах, это месяц, который в этот свет явился посланник пророк Всевышнего Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, рахмата лил аалямин, милость для всех миров, который стал сабабом, причиной того, чтобы до нас свет Всевышнего Аллаха, до сердца каждого из нас дошел. И так, пусть Всевышний Аллах даст нам в этот месяц увеличить и айбадаты, и салаваты в адрес пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям. Ибадуллах, иттакуллах ва атируху. А'узу биллахи мина шайтани ррачим, бисмиллахи ррахмани ррахим. Инна Аллаха ямуру бил адли вал ихсани ва итаи бил курба. Ва янха ани л-факшари ва нур.